Купить квартиру в ипотеку и выплачивать за нее только проценты. В Подмосковье это возможно. Наша съемочная группа побывала в гостях у семьи Даниловых. Молодые учителя приехали в Люберцы из Башкирии и сейчас работают в гимназии номер 16 «Интерес». Их история в следующем сюжете. Тут наши кровати, тут мы спим. Это была вообще двухэтажная кровать, но вот так вот и получилось, что пришлось их разделить и вот так поставить. Жанна и Раиса Даниловы теперь мечтают о новом большом шкафе в своей комнате. Главное, у семьи уже есть эта квартира. Большая, просторная, уютная. О ней мечтали давно. Чтобы она была трехкомнатная, потому что мы уже планировали, что у нас будут трое детей. Хотя бы желали, скажем так. Затем близость работы. Для нас это было принципиально. Так и получилось. Младшую дочь Регину привезли из роддома уже сюда, в просторную трешку на проспекте Гагарина. И это стало возможным после того, как семья Даниловых приняла участие в конкурсе на получение социальной ипотеки для учителей. По этой программе мы получили субсидию на половину стоимости квартиры, а вторая половина стоимости квартиры выплачивается нам в течение 10 лет, в течение которых мы должны отработать в Люберецком районе, конкретно в гимназии 16 «Интерес». В городском округе Люберцы участниками программы стали 14 педагогов из 9 образовательных учреждений. 13 уже приобрели жилье. В целом мы от таких программ, как социальная ипотека, мы все выигрываем. Потому что мы привлекаем очень продвинутых, очень профессиональных людей. И тоже им даем возможность, шанс на утвердиться в этой жизни. Поэтому я думаю, что мы эту тему будем дальше развивать. Программа «Социальная ипотека» реализуется в Московской области с 2016 года. Финансируется из регионального бюджета. На участие в ней имеют право врачи, молодые ученые, уникальные специалисты, тренеры и учителя. Айтадж Чирагова, Ирина Иванова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.